Всем привет! Вот не мог пройти мимо, задели за живое. Вот это вот называется с торца здания раздельный выброс мусора. Да, вот такие вот крысы, вот только что пробежало. Меня прям вот задело все это за живое. Да, переписываюсь обычно в соцсетях, да, там с экологами, там какими-то веселыми. Давайте сделаем из каждого гражданина сортировщика. Ну, в общем, возмущен я до безобразия. Вот хочу показать на примере. Вот это с торца красивого, хорошего дома, где нет от застройщика сразу мусоропроводов. Вот с таким вот, извиняюсь, дерьмом вы сразу сталкиваетесь. Потому что вывоз не налажен и никогда налажен не будет. И это вот в самой большой стране, да, самой маленькой плотностью населения, да, вот мы не можем убрать там пластиковые пакеты, пластиковые бутылки, да, вот разделять из обихода, не продавать, да, в какой-то другой, более экологической таре, а вот заставить всех раздельно сортировать чего-то, выносить каждый день и держать в кухне в 9 квадратов, не знаю, 15 пакетов, блин, вот это вот мы можем. В общем, я возмущен до безобразия, вот, смотрите сами, по-моему, тут все видно. Всем пока. Thank you.